Друзья, вот участок, кирпич красный, он вообще не грунтованный, это дымоходная труба, скоро я ее буду делать, ну как скоро, через 3-4 месяца. Вот посмотрите, как кирпич поглощает влагу. Видите, сколько я вылил, намного больше, чем на загрунтованный кирпич. И через минуту я еще столько же сюда налью. Ну вот, ничего не стекает, даже капель нет. Все впитывается. Представляете, сколько воды этот кирпич выпьет из вашей штукатурки. Она у вас просто быстро пересохнет, процесс гидратации будет нарушен. Ну вот так можно поливать долго. Вот реально долго. Вот смотрите. Поэтому внимательно смотрите ролик, скоро вы все поймете. Всем привет, друзья! Коротко о главном. На грунтовке сейчас я дополню то, что я не успел вам рассказать, чтобы вы понимали. Например, кирпич, как силикатный, как и красный керамический кирпич, или забутовочный кирпич, или там шлакоблок. Это основания достаточно пористые, они хорошо впитывают влагу. Для чего я грунтую эти основания? Легким процентным соотношением грунтовки грунтовать не воспрещается. Для чего? Для того, чтобы уменьшить влагопоглощение кирпича. Вот смотрите, здесь я загрунтовал в один слой. Если я делаю это концентратом, то я понимаю, что я делаю, но вам рекомендую, грунтовки у вас могут быть разные, вы читайте, что рекомендует производитель при грунтовании кирпичных стен. Вот при грунтовке Weber, я знаю, там написано 45% сухой остаток. Соответственно, для штукатуривания кирпича мне нужно примерно 6% раствор, 6% сухого остатка, то есть 1 к 8, даже можно 1 к 10 разбавить. Ну, я знаю, что 1 к 8, 1 к 7, приблизительно этот раствор мне подходит. Грунтовки делятся на три типа. Пленкообразующие, укрепляющие и грунтовки глубокого проникновения. Так вот, нам нужно с вами глубокого проникновения, чтобы здесь не образовывалась пленка, чтобы адгезия у кирпича со штукатуркой была. Вот смотрите. Здесь у меня загрунтовано в один слой, один легкий слой, после чего я вам сейчас покажу. Давайте крупным планом. Смотрите, что происходит. Я секундочку. Видите, я мочу кирпич. Ну, здесь, конечно, побежало, потому как факела я не отрегулировал. Видите, кирпич впитывает влагу. И вы так у себя делаете эксперименты. Один участок загрунтовали, подождали его высыхания, там час-два, сколько вам рекомендует производитель. И увлажните, и посмотрите. Если прям стекает, конкретно вода стекает каплями, то это неподходящий состав, нужно его еще разбавлять. Либо вы слишком много нанесли. Вот спустя одну минуту приблизительно, вот сейчас влага впиталась, нанесите еще один раз и посмотрите, впитывают ли еще. А вы видите? Давайте я прям вот крупным планом, извините, у меня тут стройка рядом, поэтому может быть шумновато, но я уже знаю, что просто сезон идет и все ждали этого пояснения. Вот вы видите, он до сих пор пьет. Видите, вот, до сих пор пьет. Кое-где вот начали скатываться капельки немножко, да, но в принципе основание хорошее. И перед штукатуриванием, значит, нужно будет увлажнить слегка, сделать легкое такое увлажнение, и наносим штукатурный состав. Если же не сделать этой процедуры, если же этой процедурой пренебречь, то произойдет следующее. У вас
с раствора кирпич моментально втянет влагу, раствор будет быстро пересыхать, он будет трудно податлив к формированию узоров, рельефов, ну и быстро пересохнет сама штукатурка, что тоже скажется на ее качестве. Поэтому вот так проверяйте, увлажняйте. Кирпич должен впитывать влагу, ничего не должно стекать. Вот кое-где уже начинает стекать капельки, значит насыщение достаточно хорошее. Самое главное не перегрунтовать, чтобы не образовалась пленка. Легким слоем грунтуйте. Вы обязательно увлажняйте. А если вы неопытны в этих делах и в принципе для вас эта тема новинку, значит вам рекомендуется, я рекомендую вам всегда делать какие-то образцы, пробнички и образцы. Потратьте на это один вечер, там один день, но в дальнейшем вы поймете, как с этим работать, и у вас не будет ошибок, и все у вас будет хорошо. Вот, друзья, прошло где-то 10 минут. Посмотрите, уже все сухо. Давайте еще. Вот я успел туда сеточку пристрелить, вот на металлический уголок. Вот посмотрите. Основание пьет воду. Вот вам это прекрасно видно. Вы видите, ничего не скатывается. Вот капелька побежала одна. То есть спустя 10 минут вот что вы видите, вот что получается. То есть вы напитали основание, прошло время, пока вы подготовили раствор к замесу, у вас уже стена высохла. Вы опять ее напитали, и вот сюда будет просто великолепно прилипать штукатурка. Но давайте посмотрим, вот запоминайте вот эту петлю гаражную, я покажу вам именно этот участок, как сюда будет прилипать штукатурка, как я буду с ней работать. Я надеюсь, вам теперь стало понятно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.